тупенький я. О, КС-ку засветили. Саша, огромное тебе спасибо за 100 рублей без секста. Александр, спасибо большое. И Парзивал. Я, наверное, не про... Охуеть. О, это мой засвет, добро. Нормально ему ёбнули на 2000, блядь, взрывом БК. Не пойми, что это петарда, что ли, блядь. Сейчас отвечу всем еще, кому не ответил, секунду. О, блядь, сейчас... Опа! Е4, нахуй. А ему могут ёбнуть? Хорошо. Но я, разумеется, не попал, и в него кто-то фугасом крупным не попал. Нормально, мы светим, ребят. Я светляк, ребят. 3000 за света, как вам такое, блядь? Не, ребят, я светлячок. Мне похую. 2 фуловых танка, блядь, засветил. Нормально, он сверхухи дает. 4000 за света, ребят, как вам такое? Так, сейчас я отвечу, одну секунду. Тут напряженный момент. Едем по пересеченной местности. Могут остановить депсы, блядь. А мне не хочется. Хорошо. Ебать, 2 фуловых... Нормально, блядь, делает. Нормально делает, блядь. Это, видите, отметка в минус, хотя перебили, потому что планка пересчиталась за ночь. И пиздец. Он АФКшный, кстати. Желательно, чтобы его тоже сожрали по моему засвету. Я хочу мастера спорта по засвету взять. Мне дадут такое сделать? У них еще Е4, кстати, с грилем не светились. Блядь, по своему засвету стреляет кто-то. Ну и нахуй я его загуслил. Сейчас сотка ебанет, блядь. Ну как там? Ребят, ща, погодите секунду. Дайте бой вот этот, доиграю, всем отвечу. У них Е4 с грилем не светились, но их сейчас засветят. Это 100%. Я не смогу их засветить. Ребят, мастер спорта по засвету. Гриль поехал по центру, под все стволы отдаваться, ребят. Как вам такая информация? Как вам такая информация, ребят? Там Ачела нормально припекло, блядь. Блядь, как жаль, что я ДЕ4 не доеду. Ну, чуваки, первый бой, нахуй, 8700 суммы. Апнули отметочку на 0.7. Ну, вообще, апнули отметку где-то на 1.2, но из-за того, что планка пересчиталась, получилось так. Корбин Паблу, спасибо огромное. Сейчас, погоди секунду. У меня просто микро-надежда, что я все-таки... Понятно. Надежды нет. Ну, охранник камня. Охранник камня, ребят. Камушек, блядь, охранял долбоёб ёбаный. Почему стоит ограничение FPS в игре 60 кадров, железо мощное? Терем 3 737 суммы. За 13 боев с 89% взял 3 отметки. Выспался, видимо, хорошо. А долбоебы дальше будут защищать ВГ. Терпилы. Лол. Хорошо. Эльгата, огромное спасибо тебе за 100 евро. Ёб твою мать. 100... Без шуток, я за эти деньги могу крыло, блядь, от самолета купить от Боинга, блядь. Это ж охуеть, блядь. Это же просто охуеть. Эльгата, гигантская тебе... Гигантская тебе... Блядь, просто объясните, где снаряды, нахуй? Гигантская спасибо за 100 евро, это во-первых. Огромнейшее спасибо. Это во-первых. Во-вторых. Я его могу в рубку ёбнуть. Во-вторых. Во-вторых, еще пока... Блять, он передоворачивает. ББХ, грузись, 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 грузись! Ну грузись! Мне не нужен индикатор пробития. Я лучший игрок в эту игру. Я вижу, что он передовернул борт. И все. Гигантское тебе спасибо за 100 евро. Во-первых, это очень интересно слышать от тебя, я честно скажу. Я со всеми стараюсь честно общаться. Потому что, насколько я знаю, ты очень древний. Зритель левши и его топ-донатер. Если я не ошибаюсь. Это во-первых. Во-вторых, я вижу, что тут прямого оскорбления левши-то от тебя не было. Тут именно дегенератов ты оскорбляешь. Ну, по факту все правильно делаешь. А я вчера заходил на стрим к левше специально, да. И видел. Это невозможно. Я могу так сказать. На данный момент... В этом мире не было ни одного игрока, который на чифтене бы взял бы отметку за такое количество времени с такой суммаркой без подставух. Этого не было, и с вероятностью 99,9 этого никогда не будет. И нет, я не долбоеб, и я ни в коем случае не обвиняю левшу в подставухах, потому что я на 1000% уверен, и я знаю, что левша подставной бой не катал. Тут речь идет... Пробьет третий раз...
Я катком выкатился на него неправильно. Я еще раз повторюсь по поводу этого ебаного танка. Критосборника хуже, чем этот ебаный кусок дерьма, я не встречал. Он заебал, блядь. На него компоновку, блядь, хочется поставить нахуй, не закалку. Так вот, продолжая разговор. И еще раз, на кранвагне я абсолютно правильно выкатился, я просто каток слишком сильно подставил. Продолжая разговор. Да, это, разумеется, была подкрутка. Без каких-либо вариантов, это факт, это истина. Вот, подкрутка не конкретно ему, что вот, блядь, он позвонил и сказал: Витя кислый, ну-ка, блядь, быстро мне подкрутил, иначе я, блядь, cock for game пиарить не буду. Нет, конечно. Вот, это была подкрутка, просто сессионная, так выпало. Это очевидно, это, ну, дураку, блядь, понятно. Вчерашний стрим левши, это, ну, если, блядь, мои стримы, это доказательство неоспоримое наличие патента кислого, да, то вчерашний стрим левши — это просто жирная точка, которая, ну, типа, блядь. Но в то же самое время вчерашний стрим левши — это не только жирная точка, показывающая, что подкрутка и открутка существует, это еще и жирная точка в определении терпильности целевой аудитории. То есть, после вчерашнего стрима все, кто смотрел левшу, сегодня зашли в игру. Все, это жирная точка. Wargaming вчера поставил жирную точку. Они могут ебать в любых позах теперь этих игроков. Под какими, блядь, угодно углами, блядь, где угодно, как угодно и на какие угодно деньги. Все, вчера была поставлена точка в терпильности целевой аудитории. Терпилы без права, там, без возможности на исправление. Все. Куда ты звонишь? Спасибо. А ты что, не играешь в искусство стратегии? Да, ну, и как такое? Относишься к этому режиму? Никак. В целом никак, не хочу. Не понравился. Ну не то, что не понравился, такое не хочу. Просто не хочу. Блять, я не хочу аптечку тратить. Блять, понравилось. Вот именно это, да, это понравилось. Вот это понравилось. Блять, а я еще такой думаю, давай в лючок мехвода ему ебнем. Потом думаю, а нахуя ему в лючок мехвода стрелять? Выстрелю я ему под башню, блять. Ой, мне боеукладочку немножко того, блять. Не буду пока стан снимать. Мне кажется, пока... Я ему могу в крышу корпуса ебать. Пока нету жесткой необходимости в этом. Он мне лючок видит, скорее всего, я думаю. Да, он видит лючок, блядь. Но залетело хорошо, выса 7-го, надо признать. Вот этот приятный выстрел был. Прям такой приятненький, блядь. Это мне понравилось, блядь. Блядь, я больше всего ненавижу, когда у меня альфовый танк и танки шотные, блядь. Они, ну, все могут дать тебе пизды, если ты их заигноришь, блядь. Вот. А если ты их не заигноришь, то тебе, блядь, 20 хп доедать. Это такая хуета, конечно, полная, блядь. Я спас в две шатова стреляли. Я попал ему в эту, в хуйню вокруг маски, которая, блядь, танкует термоядерные, блядь, боеголовки, нахуй. Я не могу в это уёбище играть, эту игру, блядь, сын дьявола делал, или сам дьявол, блядь. И вот этот танк дьявол делал, блядь. Танк, который на 100% состоит из фальшбортов и экранов, понимаете? У танка нет нихуй... У танка, в составе танка не присутствует вообще брони. То есть присутствует только экран, блядь. 704 это один сплошной экран. Один, блядь, сплошной экран, нахуй. Один ёбаный сплошной экран. У них шарфутур ёбаный живой. А, заебись. Ну и на кого вы меня здесь оставили? А мы ещё проебём. Я только сейчас увидел разницу по хп. И сейчас он меня пробьет. Да, и сейчас... Я умышленно вылазил. Факт, умышленно. Он меня столько раз не пробил. Я думаю, ну и сейчас не пробьет. Ну это ж читуха. Ну зато мы ему ёбнули, блядь. Целились в левую часть, снаряд чуть ниже, блядь. Маска, нахуй. Целились, блядь, в правую часть, снаряд чуть ниже, в экран, блядь. Прикольный 7. Блять, сука, я надеюсь, вы подставные ребята, я на вас дамаг набью. Только никому не говорите, что я подставы катаю, ладно?
Не говорить, что я подставы. Когда, ребят, в следующий раз, если катаете подставы, ставьте закалку, чтобы я больше дамага по вам настреливал. Блять, что-то они агрессивные, на подставных не похоже. Не-не-не, это подстава, они по мне не стреляют. Не, стреляют. Не-не-не, а, блять, они реально подставные, лол. Не-не-не, это реально подставные аккаунты. Либо это два долбоеба, либо это подстава. Не, это два долбоеба, это не подстава. Но это охуенный бонус-код, мне нравится. Только вот они все подсосут, это мне не нравится. Анкомпотент. Бля, очень кранко. Ой, блядь, смотрите, мне надо... Ой, блядь, бонус-код едет, ебаный насрал. Бля, его кранчик напугает. Сука. Кранчик, не пугай его сильно. Блядь, кранчик, ты долбоеб, блядь, я базарю. Вот он его напугал, понимаете, блядь? Дамага не дал и напугал, блядь. Укатываемся нахуй. Ой, блядь, хотел сказать хорошо, нехорошо. Блядь, маус переехал. Так, там СТРВ. В ноль вышли. Блядь, ну подставуха добренькая, на самом деле. Блядь, я очень пиздец плохо. Блядь, вот бы его добить. Нет, я его не добью. Блядь, это очень хуёво, то, что сейчас произошло. Я очень много пизды нахватал от СТРВ, блядь. Очень много. Блядь, блядище, она еще не светится, блядь. Бабеха. Пизда. Не, все очень плохо. Там бонус-код на маусе просто планетарных, блядь, масштабов, но я нихуя не могу сделать. И он не подставляется, блядь. Это конец боя. Блядь, я бы вывалился на похуй на маусе. В надежде засветить СТРВ, но оно так не получится, да, наверное? Оно так, наверное, не выйдет, блядь. Но СТРВ очень хотел... Лох у него написано. Бля, ебать ты лох. Да, СТРВ не светится. Но я ошибся. Я понадеялся на удачу. Я понадеялся... Блядь, ну и она засветила. Ну вот, блядь, как это работает? Блядь, ну ёб твою мать, ну я выкатился специально дать тычку, сдохнуть, но чтобы при выстреле она засветилась. И её уебали по моему засвету. Ну ёбаное животное тупорылое, блядь, ну от меня она не засветилась, блядь. Она не от бачата, она от крана, блядь, засветилась. Как... Ой, блядь, как же он встал, нахуй. Блядь, ебись, не надо. Отстань, нахуй. Ну отъебись, ну пожалуйста, блядь. Блять, ненужная палка такая. Блять, у него раньше когда, чем у меня. Ёб твою мать, блять. Хорошо. Блять, а вот то, что загуслил, не очень хорошо. Меня опять ББХ, кстати, переебали, блять. Сука. Стан кинули. Теперь я уже точно тайпу палку не у его, блядь. Ой-ой-ой, блядь. Хорошо. Очень хорошо. Антар, скажи мне, это подставной бой или нет? Мне кажется, что да, блядь. Я очень хочу сейчас по воде проехать. ВЗ ебало разнести, сука, в клочья, блядь. Но я очень боюсь, что по мне даст инфу тайп 5, блядь. Ну, я не боюсь, я это знаю, что он даст инфу по мне. Раз, блядь. 100 лет, нахуй. Тайпа объебали. Не свети меня, с... Чё, блядь? Я в ахуе, блядь. Вы видели, блядь, где я ФВ засветил? Охуеть не встать, это во-первых. Мне пиздец, это во-вторых. Блядь, охуенно, я умер, всё, блядь. Сука, шлюхин сын, блять. Ёбаный пидорский обоссанный шлюхин. Ёбаный, сука, импотентский говнотанк, блять. Ублюдок ёбаный, нахуй. Блять, выехал, он же умирать должен был, пидор, блять. Просто я ему скидываю. А, 268, 268 убили, прошу прощения, блять. Блять, как меня это заебало. Я просто вот который бой уже 6000 суммы даю, блять, в бою, где можно просто 8-9 суммы давать, блять. Это просто пиздец. Блять, понимаете, я вижу, что леопард тут светился. Блять, а леопард у нас стоит. А наш леопард, посмотрите, что делает. Блять, дебил ебаный. Я заебала, блять, катаюсь как дурачок ебаный, блять, стороны в сторону. Нихуя не могу сделать. Это пиздец, блять. Блять, ну какой же это пиздец, ребят. Да, все. Сука. Но это просто бой за 2 минуты, блять, закончился, ребят. За 2, блять.
И все, и эта хуйня едет мне в спину, блядь. Бой закончился за 2 минуты, блядь. За 2, нахуй. Ну, блядь, это не карта, это просто... Это просто порнография ебаная. Ну реально, ну это не карта, это просто ебаная порнография, блядь. Все, СТРВ сейчас в спине у меня будет, этот ебаный, блядь. Это просто порнуха ебаная, бля, я вам отвечаю. Этот, блядь, меня насилует в ебало, блядь. Вообще похуй. И вот эта хуйня в спине, блядь. Сейчас она мне, блядь, боеукладку, блядь, взорвет, еще что-нибудь сделает. Кританет, блядь, что-нибудь. Все по дефолту, блядь. Я его бонус-код, нахуй, на этот бой. Я его бонус-код, блядь. Все, нахуй. Ноль шансов, блядь. Ну просто ноль, блядь. Разъебать, блядь. Просто разнести, блядь. Того пидора, блядь, который эту карту делал. Ну это кусок дерьма. Еще и проблема в том, что бой уравниловский. Это не ошибка, это сверхошибка, блядь. То, что я не воткнул, блядь, закалку. Что я могу сказать? Они въедут, и нам пиздец. Это факт, просто некому играть. 705-й, друг, достаточно просто посмотреть нахуй на миникарту, и все. То есть, если ты посмотришь на миникарту, я тебе отвечаю, ты узнаешь, блядь, много интересного. Он не посмотрит нахуй на миникарту. Хорошо. База там объезжает, надо что-то с ними делать, пытаться. Я от Мауса получу дамаг. Между дверок, да, пизданет? У, блядь, вот это, сука, да. 705-му, а, проснулся, улыбнулся, блядь. Блядь, к сожалению, ничего не сделают. Я в ЛД... Я рискнул, он качнулся. Это очень... Я бы не пробил его в ЛД, если бы он не качнулся вперед. Он качнулся, это заебись. Нам некуда ехать, нам некуда перепушивать. Тут Маус и Кранвагн, мы не запушим два танка никак. И здесь мы не перепушим, блядь. Нам в спину зайдут сразу же. Пиздец. Ну, 606 метров, чуваки. 606. Я ёбнул в НЛД, но улетело оно в гусеницу. Потому что снаряд летит 600 метров в секунду, блядь. То, о чем я говорил. Он не качнулся и все. Там приведенки, пиздец. У него 160 номинальная броня, блядь. Это танк, блядь, просто уёбок, блядь, конченый балансил. То, блядь... О-о-о! Это вообще забей нахуй. В ноль. Ну, это пиздец, я не знаю, что делать, блядь. Они его хоронить едут. Ну, следом за ним я в ангар уезжаю. На 705-й пьяный, блядь. Пиздец, там еще и ФВ, блядь. Не, ему блядь, под колом ебет опять, сука. Блядь, под колами, ну, в НЛД, блядь, каждой тычкой, сука. Меня... Как меня калит, блядь-то? Как меня, блядь-то, калит? Как меня, блядь, так калит? Ну, сука, ну под колами, блядь, каждым выстрелом, блядь, ебёт. Ну под колами, блядь, ну он не должен пробивать это НЛД, блядь, никак. Ну как там с деньгами? Блядь, ну просто никак. Ну как там? Блядь, ёбаный Mail.ru, сука, свинособаки ёбаные, блядь. Нет. Ноль шансов, ноль. Без шансов. Без шансов. Без каких-либо, блядь. Эх, вот бы попасть, да еще и с подпалом, блядь. Ты тупое животное, надеюсь, тебя пидора в реале ухуярят, блядь. Ну, я не должен был пробивать под таким углом. Ну, тут надо было сразу понять, что он сын шлюхи. Почему? Блядь, конь без закалки. Ой, без турбины. О чем здесь говорить? Конь без турбины. Бля, ой, бля. Ну, давайте принимать, хуль делать. Блять, сука, ты чё, ебанутый? Бля, я б тебя в реале уебал бы, блять, уже, сука. Спасибо. Ну ты что, ебанутый, блять? Блять, ты чё, специально, нахуй, сука, урод ебаный, блять? Одна арта, блять, в бою. У меня и пушка не гнёт. У меня не гнётся пушка на НЛД ему. И это я бортом, блять, выехал, чтобы орудие опускалось. У меня не гнётся пушка на НЛД, ебаный в рот, блять. И то правда. Но он бы мне поддался. Я бы его поборол. Он бы подался, а я бы его победил. Фугасы у 430 пошли. Я стреляю с полным сведением. Мне достаточно попасть ему в лоб башни, блядь. Все, мне больше нихуя не надо. Ну как вы думаете, блядь, я попаду? Что-то мне, блядь, подсказывает, что нет. Это вот принципиальная позиция. Я просто хочу, сука, дать в него дамаг, блядь.
Мне надо попасть в основание лба башни ему. Все, блядь. Или в лючок. Похуй, блядь. Я стреляю в основание башни. Оно летит куда, блядь, угодно, но не в основание башни, блядь. Как меня это заебало, боже мой, блядь. Пожалуйста, ёбаный свиноёбский говнотанк, блядь. Попади. Просто в лоб башни. Я больше его не прошу. Где он, блядь? А, он засветится, блядь, когда я поеду, да? Снова ебут бронебойными, блядь. Как меня это заебало, нахуй. В лоб башни. Всё. Блядь, как ты заебал, нахуй. Боже, у меня всё, у меня хп уже нету. У меня уже нету хп, блядь. Вот этого танка быть не должно в бою. Его не должно быть в бою, да. Это факт. 6 или 7 выстрелов, ни одного попадания. 6 или 7 выстрелов, ни одного попадания. 6 или 7 выстрелов, ни одного попадания, блять, в то место, в которое я целюсь. Зато меня сейчас вафля, блять, альфу уебет. Я целился сюда, решил уехать. В эту же секунду они выезжают. Это боты, это факт. Это будет отрицать только долбоёб. Это боты. Я не могу в это уёбище играть. Он просто перелетел его, блядь. Я не могу играть в это дерьмище, блядь. Я должен был давать в этом бою, блядь. Там 6 тысяч, блядь. У меня 2. Я не могу, блядь. Я даже не свечусь. Он не от меня мансит. Он даже не от меня мансит, блядь. Он не от меня мансит. Он просто решил дернуться, блядь. Он просто, сука, решил дернуться. Вот просто по приколу, блядь. Вот про... Вы вдумайтесь, он едет без остановок. Остановился, дернулся и поехал дальше. Ну, блядь, ну как? Ну, блядь, нахуй? Убейте меня нахуй уже, блядь. Я не могу в это дерьмо играть. Я не могу в это дерьмо играть. Это конченая игра. Еще раз. За последние где-то 10 выстрелов ни одного попадания. За последние 10 выстрелов с полным, разумеется, сведением ни одного попадания. Я не говорю про пробитие, хуй с ним о пробитиях. Я не попал ни разу с полным сведением. Вот я хуячу с полным сведением, и я ни разу не попал. И сейчас меня убивает Шкода из-за арты. Да, меня убивает Шкода. Да, меня убивает Шкода. Нет, не так. Меня убила арта. Только что меня убила арта. Давай, Яга. Ты чусуй, после этого светись. Давай, как ты любишь, блядь. Блядь, меня... Вот, есть у них кто-то кроме... Ну, блядь, ну вот стоило мне дернуться, он, блядь, засветился. Не попаду, в жизни не попаду. Броня не пробита. Выстрелил в НЛД. Экран не пробит. А знаете почему? Что в гуслю улетело. Зато у него, блядь, все в меня полетело, хули нет. Я буду вот так стоять, пусть ебет. Оп, он, блядь, исчез. У него КД раньше, чем у меня. Да, заебись. Заебись, бля, ему вообще похую. У него все попадает. Это он не в НЛД ебет, это он ебет в борт. Вот сюда вот. Вот сюда вот он ебет, понимаете? Не в НЛД, блядь, которая торчит. Это он, блядь, между столбиков попадает, блядь. А мы чё? А мы ничего, блядь. А мы вот. А мы не пробил. Ну как так? С полным сведением, блядь, 3 выстрела, все мимо, блядь. 3 выстрела, блядь, все мимо, все, блядь. Долбоёб 2 из 2 дает между столбиков, блядь. Ну а почему бы и нет-то, нахуй? Он специально не выезжает, он не хочет, блядь, принять тычку. Разменяться, что-то еще сделать. О, блядь, он... Блядь, они все попадают. Ну вот, ну не промахиваются. Ну они попадают все. Блять, я не могу в эту хуйню играть, блять, просто пиздец. Ну, если повезет, одну тычку дадим, блять, обязательно. Блять, и этот в землю, блять, и этот в землю, да ёб твою мать. Блядь. Да, блять, ну оно все в землю летит, ну ёбаный рот, блять. Ну оно все летит в землю, ну как в эту хуйню играть, ёбаную, блять. На этом говне косорылом, блять. Спасибо, папаша, блять. Спасибо. Первую линию разыгрывают архаровцы, блять. Ну чё, борта меня выебут, да, и высушат. Поход дела. Прикольная перекаточка.
Заебись, блядь. Ебашь, блядь. Хуйню эту ебаную под колами, блядь. Ну как там с деньгами? Все донаты после боя, у нас тут скилловичок, блядь, нарисовался. Башню сломал ему, починил. Смешная 62-чка. Сейчас кумысы заряет, отъебет по ДП. Не, он смешной пиздец. Он очень смешной. Блядь, что он делает? Смешная 62-ка, блядь. А, смешной Е3. Да, это Т110 Е3, который едет и хуярит просто в движении, блядь. А мы нет. А мы его не пробиваем в люк. А мы ему нихуя не сделаем. Потому что Т110 Е3 балансил человек с синдромом Дауна, блядь. И человек ли вообще? Потому что, блядь, ну как? С синдромом Дауна обезьяна, блядь, балансила. Мы ему нихуя не сделаем, блядь, это имбей ебаный позор. У меня 350 пробитий, я ему нихуя сделать не могу. И нихуя не сделаю ему. У меня сейчас Е4 разъебет, блядь. А куда ему целиться? Синдром Дауна, блядь, понимаете? У нас в отделе, блядь, работают долбоебы с синдромом Дауна. Ебаные, блядь, черти. А все, за лупу нахуй на воротник мне теперь. Хуй ему что сделаем. Он поджал и все. На имбе на своей, блядь. Нас, блядь. У нас проеб всей карты. Всей, понимаете? Вот всей карты у нас нет. Все, всей карты у нас нет. Он отдается? Да-да, отдается. О, блядь, ага, отдается, блядь. Заткни ебальник свой, чтоб тебе его разъебали в реале, блядь, обезьяна. Всю карту проебали, биомусор, блядь. Блядь, какой же Т110 Е3 слабый танк? Блядь, как же его нужно апать нахуй? Просто, блядь, нету слов. Е3 отстреляется, он выкатится, он разменяется. Я могу и в НЛД его пробить под этим углом, на самом деле. Правильную часть. Вот ты, блядь, поехал, дебил, блядь. И вот нахуй. Блядь, конченый нахуй. Я не про него, я про этого, блядь, барана, ёбаный. Придурок, блядь. Я же говорил, он примет тычку, блядь, и размен пойдет. Блядь, у нас ноль шансов. Просто ноль. Блядь, это пиздец. Ну чё, отыграли бой на 8000 суммы? Ну все, пришло время уравняться. Сейчас Е4 в спине нарисуется. Куда ты, блядь, поехал? Блядь, скажи мне, куда ты нахуй поехал? Ну? Поигрались, уравнялись, блядь. А, блядь, поставил бы закалочку, пережил бы тычку от Е3. Но я, блядь, не поставил закалочку. Я, блядь, не поставил закалочку. А, понял. А я не буду по нему стрелять, а в коня дам альфу. И он меня добьет. А, ну да. Это пиздец. На похуй. А вот это 30. АФКшный. Ага. Залупакашный, блядь. У него невероятное отсутствие стабилизации, невероятное отсутствие сведения. Хуже, чем у этого танка. В разы хуже. Он выкатывается, дает между двух точечек, блядь, в пиксель. Причем я прекрасно знаю, какой здесь прострел, я сам стреляю сюда. То есть я четко знаю, как там выглядит вот этот рельеф и прочее говно. Охуенная игра. Ну, это те 700, которые нельзя было принимать. Я теперь на барабан для Шарфутура. Я теперь на две тычки для поляка. Ну, у меня, в общем, все в жопе в полной. У меня теперь все в полной жопе. Все. Это поигранный бой для меня. Пиздец. Как ты, блядь, там оказался? Скажи мне, пожалуйста, блядь. Ну как там с деньгами? Неделю назад начальник узнал, что я играю. Я после боя отвечу на все донаты. Ублюдок, выродок, тварь. Просто он там, где я. Я там, где он. У меня нет шансов, я шотный для поляка. И для Т-30. А, ну все. Я пиздец.
Меня... Я хочу, чтобы ты сдох от рака, блядь, уебан на арте. Вот он. Блядь. Ну. В ноль выебан артой. В ноль, блядь, выебан артой. Бой 100% победный. Бой 100% на суммарку. Нихуя не 7000, а больше. Тридцаточка. Тридцаточка, попадающая в пиксель. Тут она мне уебала, ладно, это еще хуй с ним. То есть тут базара на зал. Что касается этого танка. 2 часа стрима, можете пересмотреть. Первые. Прям четко. Первые 2 часа стрима. 5500 средний урон, 1000 ассиста, 6500 суммарки. Этого с головой, блять, хватает на 3 отметки. Апнули отметку почти на 3,5% за сраных 2 часа. После этого пиздец, все. После этого пиздец. Итоговая сессионка получилась сраных 4800. Ну, то есть, дамаг, слит. Вот 20 ровно боев. Ровно 20 боев. За 2 часа 10 боев 5500. Еще за 2 часа 10 боев. Ну, чтобы слить на 700, это сколько? Ну, 4300, наверное, потолок. 4300, вот в этом районе, блядь. Ну, то есть, разучился играть резко, блядь. Итоговая получилась ровно на 3 отметки сессионка, блядь. Она как бы хорошая, но 5500-то пизжи, блядь. Вот. Отметку мы сегодня с вами апнули. Стартовали было 86, но по факту 85,8, потому что она пересчиталась, она апнулась из-за пидорасов подставных, блять. Сделали 89,2, следовательно, апнули отметку на 3,5%. Куда звонишь? На 3,5%.